Ставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, а также Юрчик. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва воров». Здорово, народ! Итак, друзья, сегодня мы с Юркой прибыли в очень крутое место. И это, ребята, у нас, между прочим, очень крутое, крутой райончик, прямо где пляж Лос-Сантоса. Именно здесь, ребята, сегодня мы с Юркой поиграем, да, в «Битву воров» GTA 5. Ну и вкратце правила, ребята, этого шоу. Прямо сейчас мы с Юркой должны будем за отведенное для нас время найти и угнать как можно больше машин, а потом привести их на базу и потом уже пройти на них, ребята, испытания на этих тачках. Будет прикольненько и весело, поэтому ставьте лайки. Не забывайте, разумеется, подписываться, это очень важно. С вас лайки и подписки, с меня, ребята, новенькие прикольненькие ролики. И, разумеется, не забывайте подписываться на мой телеграм, ссылочка, опять-таки, находится в описании к этому ролику, там вся информация по поводу стримов и так далее. Поэтому, Юрка, мы с тобой прямо сейчас стартуем на счет 3 и пытаемся как можно больше машин угнать за ответ. Введенное время. 1, 2, 3, поехали! Давай. Желаю тебе удачи. Да, я тебя видел там, тусил, отдыхал. Короче, ребята, мы с сердцем заезжаем на район и пытаемся найти какие-то прикольные тачки. На самом деле, максимально интересненько, что же сегодня мы с сердцем найдем, потому что очень классный район. Ты что такое? Так, я что-то пока машину понял, не вижу. Принял. Слушай, а я как бы... О. Не, отлично, я что-то первый. Да, а я пока тачки-то, ребят, не нашел, но кое-что интересненькое нашел. И это вопрос. Это вопрос. Такое? Это, ребята, возможно, я знаю, что это возможно. А я, короче, ребят, нашел. Знаешь, что нашел, братишка? Нашел парковку с крутыми тачками. Поэтому я просто, ребята, такое уже однажды видел. Давайте-ка протестируем, что же в итоге, ребята, я сегодня угнал. Ну-ка, смотрим. И в итоге. Пара-па-па-па-па-пам! Ну, слушайте, я... Юра, забрал бы ты обычную ламбу, скажи, пожалуйста. Просто обычную, самую обычную ламбу забрал бы или нет? Или поискал бы еще? Ламба — это хорошо. Ламба — это хорошо, да, ламба или фера. Я вот думаю, знаете что? А давайте-ка я еще буквально за угол заеду. Я не проснулся, что ли? Я увидел космические бургеры на колесах. Я еще... Да-да-да, кстати. Ну-ка, смотрим еще кое-что. Пара-па-па-пам-пам-пам! Да, вот так, я думаю, что максимально интересно, потому что я угнал, ребята, Уракан Перформанта, к тому же, ребята, новенькую. Ха-ха-ха-ха! Это хорошо, да. Это круто, это хорошо. А у тебя здесь Мерс на базе, я смотрю, да? Я понял тебя. Так, ладненько, пока первая тачка, ребят, на базе у нас уже есть, и я стартую дальше. Я подумал, ты там бургер, да, видел, тоже как бы его заметил уже, поэтому давайте-ка я, да. Бургер, бургер! А давайте-ка я, ребята, его тоже как бы... А нет, я не буду, ребята, его угонять. Я просто на нем доеду до стоянки. Потому что просто как бы интересненько проехать на этой тачке прикольной. А как в него сесть? А как сесть в бургер, алё? Типа так, что ли? А как в него сесть, реально, алё? Между булок залази. Да, ребят, просто заберу его, чтобы просто протестировать и заехать, потом угнать другую тачку, потому что реально мне даже интересно, что реально может, ребята, случиться с бургером, если мы кое-что проверим. Так, ну-ка, и в итоге, ну, ребята, во, да, отличненько, доехал на бургере и забрал, ребята, новый Бэтмобиль. Это прикольно, чего? Это интересно. Новый Бэтмобиль, братишка, это очень круто. Хорошо, это моя уже, получается, вторая тачка, я привез ее на базу. Пока все максимально прикольно получается, а Юрка привез у меня тачку бота. На... Тачку бота? В заборе, в текстурах вся разбитая, чё себе. Серьезно? Так, ладненько, пока максимально любопытненько, потому что я знаю, что хочу еще куда заехать, и матч, у меня есть прикольная идея. Я просто кое-что видел, ребята, я думаю, что тоже это нужно, разумеется, проверить, протестировать. А, реально тачка, ну типа как тачка Скуби-Ду почти полноценная, но только нужно кое-что. Чего? Тачка Скуби-Ду почти, вот. Как бы... Поргончик, типа? Да, я, разумеется, брать его не буду, просто как бы за него заеду потом. И что же, ребята, я в итоге могу угнать на этой тачке? Ну, я думаю то, что это неплохо, но, бро, я думаю, что ты бы забрал бы себе Ниву пикап, вот такую, забрал бы себе такую тачку прикольную, чисто в коллекцию. Не думаю. Не думаешь, да? Я вот тоже думаю, что, ребята, я его брать не буду, поэтому давайте-ка мы еще за угол заедем и посмотрим, что же там у нас еще
прикольное есть. Ну-ка. Ну, я думаю, что... А вот это уже, ребята, реально можно забрать. Это не Nissan Titan, братишка. Я забрал себе Titan. Это очень прикольная тачка. Я думаю, чтобы... Слушай, и ты тоже бы ее забрал. Ну, что такое? Я наблюдаю под GPS за тобой и не понимаю, что ты кружишь по району. Типа, кружим, как, знаешь, кружим по району. В многоэтажках ищешь подъезда, блин. Да, так я же это, я же заезжаю там, все осматриваю. А ты придал прикольненькую эту Кёнигсек обалденную. Слушай, тачка очень классная, честно говоря, поэтому да. Так, ладненько, поехали дальше, потому что реально пока есть, ребята, еще мысли, куда бы можно было бы заехать. И, ну-ка, если мы здесь прочекаем... О, что такое? Так, я, короче, опять-таки, давайте мы заедем вот вообще вдаль, полную-полную даль, потому что вообще... Ты бы забрал, братишка, тачку, которая сделана из коробки из-под телевизора? Ты бы забрал бы ее? Да. Да? Да, по приколу, да. По приколу, да? Я хочу. Ты хочешь? Ну, ладно, я думаю, что, ребята, я потом ее заберусь таки, я думаю, но пока нужно протестировать и посмотреть, что же это у нас такое, ну-ка. А, ну, в итоге, о, блин, помнишь, братишка, такую тачку, как огромная Реджилия, такая прям вообще лимузин из какой-то прикольной игры. Я вот думаю, забирать, не забирать, ты меня видел? Я думаю, что я брать ее не буду. А я брать ее не буду, думаю. Я думаю, я, ребята, ее оставлю здесь и заберу другую тачку вместо нее, на самом деле, прям, да. А в итоге, вот это, ребята, я заберу, братишка. Это Vision Mercedes. И я ее, разумеется, забираю. Это моя четвертая тачка. Ты точно прикольненькая, по идее, привез. Так смотрю, да, у тебя это что такое? Это Макларен обалденный. Ну, неплохо, там неплохо. Есть, да, что-то интересненькое. Да-да. Так, я пока забираю байк. И мы, друзья, спокойненько врываемся дальше на район. И пытаемся найти и угнать классные тачки дальше. Окей, я вот думаю, а где я еще не был-то, собственно говоря, потому что вроде как я уже был, наверное, много где, но у меня пока 4 тачки на базе всего, ребята, есть, и где же? О, так, ежи, это я... Ежи. Да ежи здесь, братишка, все нормально. Так, давайте-ка я думаю, что мы реально вот... Я знаю, где я не был еще, я реально еще не был вот в этом райончике. И давайте-ка мы спрокатимся, чем прикольненько, ребят, сейчас найдем. А, я так думаю, что если мы сейчас так вот таки сделаем, то... Реально, тачку я угоню очень классную. Например, давайте посмотрим. Думаешь? И да, братишка, я в итоге угнал BMW. BMW это прикольно. Ой. Это М4, она реально заряженная. Ой. Реально заряженная. Что такое? У меня асфальт по грудь. Серьезно? Жестко. Так, а ты что уже? Сколько ты угнал? 5 пока получается, да? Неплохо, да. У меня тоже 5, ребята. И я, да, тоже стартую уже за последней тачкой. Давайте постараемся как-то найти. Только я вот не подозреваю, куда мне ехать-то за последней тачечкой. Нужно подумать хорошенько, а куда мне ехать-то, ребята. Реально идей мало, потому что я уже вроде как все обыскал, но, видимо, где-то я все-таки еще сегодня не катался. А хотя, наверное, я знаю, где не катался. Я же не катался здесь, получается. Точно, ребята, отличненько. Забираю, ребята, я забираю какую-то прикольненькую тачку. Какую, Юрка, ты, как ты думаешь, ты знаешь, что за машинка? Ну-ка, рассказывай, знаешь, нет, не знаешь? Нет, не знаешь, да. Не так, я, короче, ребята, заезжаю сейчас на вот за угол, и давайте-ка посмотрим. Короче. Парам-пам-пам-пам, воу, это прикольно, это хорошо. Что такое? Макдак. Какой еще Макдак? Какой? Где? А ты на базу езжай. Что здесь посматриваешь за мной? Что ты посматриваешь? Что ты посматриваешь? Ёб твою мать. Понял, да? Прикольно. Нет. О, вот это даже лучше. Братишка, здорово. Как бы, ну, я здесь немножко, я просто немножко здесь как бы это прокатился, короче, нашел. И тачки-то я, ребята, все, к чему прикасался, остановился с тачкой, поэтому такой небольшой лайфхак. Да-да-да. А время, братишка, у нас как бы заканчивается, поэтому трунь, все. Я ему, что со мной? Что с салоном? Тащите таблетки, ребята, что-то не то. Там вселился какой-то монстр, видимо. Что с ним? Гляньте, что с тачкой? Что-то там какой-то вакханалия какая-то непонятная. Короче, братишки, если в итоге я угнал 6 очень прикольных тачек, это Титан, а пикап огромный, это гелик шестиколесный, BMW М4, новенькая Ламба, новенький Бэтмобиль и еще, ребята, получается, Vision Мерс. А у Юрки есть, получается, что тоже есть Мерс, а потом Ауди, еще один Мерс. Ну, у меня быстренькие тачки, да, есть. Да, быстренькая Ламба, Макларен и, ребята, еще, получается, у Юрки есть, как его, как он называется, забыл, скажи, нет, Джеска, да. Короче, тачки получились.
купили, тачки очень прикольные, поехали уже на первое испытание. Let's go! Итак, друзья, время для нашего первого испытания. Сегодня я взял новый Бэтмобиль. А Юрка взялся, получается, в Феррари. Мы находимся в Дубае, и финиш, ребята, у нас это первый билборд, который находится вот там, получается, вдалеке, такой синенький. Стартуем мы с Юркой на счет 3 и используем мы все преимущества наших машин. 1, 2, 3, гоу! У-ху! На самом деле... Практичности в этом Бэтмобиле нету, то есть там любой патрон, мне кажется, движок прилетит и все. Да, скорее всего, да, но, ребята, Юрка догоняет, да? Я, конечно, быстрый, но Юрка быстрее. У меня из быстрых, ребят, только была Ламбо, но я не хотел Ламбу брать на этой испытании, поэтому, я думал, что Феррари быстрая, она очень быстрая, поэтому только драк, либо прыжок. Я понял. 420, как бы. Реально? Офигеть, что почему по скорости? Это дико. Ребята. Ёбда! Прикольненько. Я на стакаду улетел. А, понял. Прикольненько, его тачка у меня, но чисто по максималке, конечно, проигрывает. Ну, в принципе, это не страшненько, но да. Как бы балл Юркин в этом первом раунде. И мы идем дальше. Let's go. Погнали, ребятки. Итак, ребята, время для нашего второго испытания. Это испытание у нас смертельные шашки. Две ламбы. Уракан СТО у меня, у Юрки это Авентадор Родстер, да, вроде как. Или СВГ, если быть точным. А, ребята, мы стартуем с Юркой, и нужно проехать полностью эту прямую, развернуться и вернуться потом обратно. Будет прикольненько и весело, и стартуем мы с Юркой на счет 3. 1, 2, 3, гоу! Так, мы поехали, у меня... Ну, плюс-минус одинаково. Да, у меня, ребята, очень прикольно. Что здесь происходит с ботами, алё? Как-то боты максимально странно ехали. Ну, мне прикольненькая ламба, однако. Максималка неплохая, но ты, конечно, так, прям... Ты немножко... Я левее иду. Я тебя догоняю. Вау! Боты пытались меня уже, наверное, раза два убрать, если не больше, конечно. Ну, хорошо, что... Нет, так, нехорошо. Убрали тебя? Браво, хорош. Одного. Хорош, хорош. Ну, слушай, ну, прикольненькая, в принципе, что-то... ламба, на самом деле, на удивление. У меня плывет немного СВ. Да. Прям так, неприятненько. У меня, слушай, она очень похожа на Уракан Перформанта, который обычный, но только, как бы, хуже максималка, но... Все, у меня остальное. Я уехал прямо. Да, не, я уже, бро. А потом телепортнулся. Я уже все хорошо у меня, да-да-да. И здесь и тормоза хорошие, ребята, вот тачки, и управление хорошее. Но вот максималка, типа, ну, как бы средняя, опять-таки. Да, то есть, хорошо, что я не взял ее на драк рейтинг, потому что я уверен, что как бы она проиграла бы чисто в фере. Вот, но. О-о-о! Небольшая авария. Да, небольшая авария, но, ребята, возвращаемся и тапку в пол. О, догоняешь, да-да-да, вижу. Так, давай. Чё ж ботов столько-то? Вау, вижу, опаснее, когда Юра едет, поэтому... Ёпта! Ой. Цепанул в итоге не бота, а столб жопы. А, хорош. Ребята, ламба первая в этом, ребята. О, я по боту проехал. А вот Джешка топовая, только плывет. Вот единственный минус. Да, ну... Прям она такая. Понимать. Окей, друзья, это мой балл в этом раунде. 1-1 по общим баллам, и мы идем на третье испытание. Let's go. Давай. Друзья, у нас время для нашего третьего раунда. Это испытание у нас подъехало под названием Дерби. Итак, у меня это очень прикольненький гелик, такой реально заряженный. У Юрки это тоже Мерс, только это получается у тебя С-класс купе. И стартуем мы на счет 3. Да? 1, 2, 3, гоу. Нужно, ребята, победить два раза, поэтому... Парам-пам-пам-пам, ну! У тебя же зацепа нету? А у меня идеальный зацеп, просто идеальный. Ема, что он, ребят, сейчас сделал. Так, раунд номер 2, поехали, давай, Юрка, стартуем. Ну, у Мерседеса просто нету, нечем выпендриться, как говорится. Да, видимо, да. Так, но интересненько, любопытненько, потому что... А-а-а, тихо, по тормозам, улетел? повезло, чисто по тормозам. Ё-моё, это было очень близко. Да, я ждал, я хотел. Фаталити, о-о-о-о. Фига, тут летел как-то. Куда? Ты думал, ты направо уйдешь? Поехал. Ну давай, поехали. Вау, чё? А, чё это? Не-не-не-не-не, что это было? Чё это было? Алло? Ты у меня по воздуху возле меня проехал. В смысле, по тебе проехал? Ты у меня по воздуху проехал, упал, я тебя просто столкнул. Чё за приключение, алло, блин. Так, ладно, короче. Мне понравилось. Нихера непонятно, но очень интересно. Нихера вообще непонятно, реально. Но... Все, о, полетел. Я подпрыгнул, как ты видел? Бочину. Еще. Добить. Да что ты пингой, что ли? Я не понимаю, почему ты не падаешь, короче? Ты как-то... Мимо тебя доехал? Трешься, не об того трешься, в туалет меня. Да? Не об того трешься?
Ну, подловил, реально, отлично. Не ожидал, что просто полетишь. Да, втоплю, да. Окей, друзья, это мои балты, хорошо, мне нравятся. Ну и поехали на четвертое испытание, let's go. Итак, друзья, у нас время для нашего последнего испытания. Это испытание автопилот. Прямо сейчас, ребята, мы ставим автопилот, где максимальная скорость возможно аж 300 км в час. Мы выставили стиль вождения, получается, и ехать нам 2 километра, ребят, на автопилоте. У меня это Титан Ниссан, у Юрки это получается что Кёнигсек. И стартуем мы на счет 3. 1, 2, 3, поехали! Так, подрезаем. Так, Ты что творишь? Так, я пока, ребята, показываю, что как бы он есть, автопилот есть. Я пока его уберу, чтобы вам как бы это не мешалось. И мы полезем. Только, ну что застояло? Мы поедем, нет, на джеско-то своей. Ну ты чё? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Чё творишь? Титан, поехали. Ну поехали, Титан, давай. Ну не топи, пожалуйста, давай. Догоняем джеско, срочно. Мне пока максимально нравится то, что я вижу. Операция погоня, поехали. Ну давай ты, ну втопи, пожалуйста. Ну втопи! Воу, я чипота не снес! Я это почти видел, давай. А вот я тоже. Почти буду, иди! Уйди! Ебать, нормально! Просто. Нормально! Давай, обгоняем! Так, о чем мы? Обходим! Ема, что он творит? По встречке автопилот, алло! Что он творит? Вы это видите? Ярца обошли! Обошли, нормально, хорошо. Опять-таки показываю, что, ребята, автопилот у нас как бы включен, все красиво, все хорошо. Все нормально. Тебе надо было перестроиться, петушара ты. Нормально, Юрка там подрезали. Справа налево, только мы такие перестраиваются. Вау, Лёр! Ну ты чё? Врезался? Да. Давай, не-не-не, по газу. А, Юрка, алё, да! Ты творишь? Юра, алё! Снёс нахрен, алё, чё это было сейчас? Чё? Сейчас, знаешь, в заносе просто влетел. Чё это за нусе, блин, алё, что это было? Чё это было вообще? Поехали. Втопи. Давай, снеси его просто, Титан, давай. Это было красиво, как минимум. Боты летают, алё, блин. Давай, автопилот, поехали. Втопи, вынеси его нафиг сейчас с трассы. Ну давай. Йоу, что за поворот такой был? Давай, поехали. Ну поехали, алё, боты! Да, у тебя такой же поворот. Ты там как там? У тебя там... Емай! Есть немножко у тебя там? Форсаж? Да зачем ты... Тупишь? Да. Не успеешь. Не успеешь. Да, не успею, да. Финиш. Ребята уже получается здесь. Это была прикольная гонка. Подрезал я тебя красивенько. Да, это было прикольно. Друзья, ставьте лайки, ДК прикольники, угарники, ролик. Собираем 4000 лайков, выходит на Мика серия. Всем удачки и всем пока. Пока, народ.